В этом видео нас преследовали какие-то чувачки в масках. Мы укрепляли дом и также сражались с ними. И даже пытались сбежать из дома, но, к сожалению, у меня не получилось. Всем привет, с вами Артем. Сегодня мы поиграем в режим в Роблоксе под названием «Перерыв». Это было очень круто. Но перед началом подпишись и поставь лайк, ведь я очень стараюсь над качественным контентом. Тебе легко, мне приятно. За 3 секунды. Раз. Два. Три. Ну, кто успел, тот молодец. А кто не успел, пожалуйста, сделайте это сейчас. Заходите в мой телеграм-канал, ссылка на который будет в описании. Ну, мы начинаем. Так, смотрите, здесь можно выбрать, за кого играть. Я хочу играть за этого чувака с битой. Все, я его вру, у меня есть бита. Что мы можем с ней делать? Смотрите, мы его вот так можем взять. Можем вот так. В общем, погнали вот сюда сядем. Всем привет, здесь взрослые сидят. А там мелкие. Мелкие с чипсами. Я тоже хочу чипсы. Чипсы, лейс, унимаюсь. О, кстати, все, мы поехали. Так, смотрите, мы здесь едем. А где наш троллейбус? Так, окей, все, мы появились. Так, о, смотри, здесь яблоко, я его сразу заберу. Здесь ящики можно открывать. Привет, добро пожаловать в твой новый дом. Я еще печеньку здесь взял. О, смотрите, котик. Ай, блин, он не здесь хп. Здесь, видите, спрятаны закуски, они восполняют энергию, да. С печеньку с яблоком съел, она у меня восполнилась хп, вот она в угле. Исследуй дом, нажимай на вещи, чтобы взаимодействовать с ними. Так, окей, здесь открываем тумбочки. Все открываем. Так, смотри, здесь можно полежать. И сейчас не можешь спать. Хотелось бы поспать. Мы же только поехали, мы так устали. Так, окей. Идем теперь. What the hell? Мы здесь газировку, давайте ее выпьем. Так, окей, все, сделали свои дела. Так, давайте еще пооткрываем немножко здесь ящики. Тумбочки. Как их там? Это уже у нас зеленая комната получается. Окей. О, смотри, деньги. Я хочу 1 000 000 деньги. Так, окей. Где мы не были? Вот, в пинк-комнате, в розовой комнате мы не были. Так, окей, здесь вообще ничего нету. Здесь лут нулевый. Вот я понимаю, лут в Дорсе. Конечно же, супер-хард-моде. Так, окей, ну, здесь просто ничего нет. Это отстойная комната. Все, я больше не буду в нее заходить. Так, окей. Все. Чё, где мы еще не были? Вот давайте вниз осмотрим. Смотрите, здесь какой-то, не знаю, даже сейф. Так, здесь картину можно подвигать. Смотрите, здесь впереди всякие написанные рецепты. Где-то. Тебе нужно купить тарелку для пирога из продуктового магазина. Так. Там ход на улицу. Ну, я здесь еще везде не был. О, смотрите, здесь ящики. Можно их полутать немножко. Так. Так, нет, здесь ничего нету, блин. Блинский. Так. Так, смотрите, здесь какой-то телевизор. Окей. Так. Что, мы все посмотрели вроде. Так. Займи место за столом. Скоро будет ужин. Окей. А, мы что, будем готовить, типа? Ну, давайте, готовьте, я не умею готовить, сори. И у меня ингредиентов нет. Двойное свои. Так, окей. Девочка, дай мне чипсы. Мне никто ничего не дает. Я готовить не умею. Блин, что за... Баг у меня, баг. Вот ненавижу вот этот вот баг. Так, все, отлагал. Так. О, кто-то за дверью. А кто за дверью? Маньяки, что ли, какие-то? Я готов, если что. Так, Джадикс открывает дверь. Так, это доставщик пиццы. Ну, хеллоу. СПС, денег у меня нету, я тебе их не отдам. Можно не отдать деньги, если у меня их нету. 4 куски пиццы могут быть побольше, чем остальные. Возьми один. Окей, я съела, мне по
3 хп мне дала. По 3 хп, окей. Так, куда теперь пойдем? Так, я здесь посижу немножко, здесь попрыгаю немножко. Так. Ну все, мы все поели, что делать? What the hell? Что за фигня? Что случилось со светом? Я сам не знаю, что ты у меня спрашиваешь. Телевизор все еще работает, но я вижу. Так, дайте сесть, пацаны. Пацаны, ну дайте сесть. Окей, я там похожу, я людей поищу. Так. Так, здесь мы с котом наедине здесь побудем, потолкуем о жизни. Так, окей. Картины, блин, двигаются. Так. Ну что, дайте мне сесть, дайте мне место, я хочу... А, вот, я с девушкой посижу, все. Так, новости. Ребят, спорим, что сейчас будут новости, вот сами смотрите, вот смотрите. Монтаж на уровне 100. Так, окей, это не новости, к сожалению, но... А, не, Roblox Maps, новости, смотри, здесь какие-то маньяки, вау, в белых масках. Чел, ты не успел добежать до туалета или что? Или тебя преследует маньяк? Смотрите, это их король, это их фургон. Так, это Шкерри Ларри, страшный Ларри. Ну, понятно, типа он маньяк, ну все. Так, окей. Нам не о чем волноваться. Ну я надеюсь, если нам не о чем волноваться, тогда у этой игры не будет сюжета. Так, время Стасун дает тебе энергию, ложись спать. Вот здесь мое место. Артур 109, ник. А какой ник-то? Так, окей. Что за фигня? Вот он! Получай, битой, давай, иди сюда, иди, не трожь моих друзей, иди сюда, получай. Все, я его убил. Не зря я вот этого взрослого челика выбрал. У него битой есть в комплекте. Так, окей. Доброе утро, добрый день, добрая ночь, добрый вечер, всем привет, всем, ну и даже не знаю. Так, Тебрю Рум, короче, фигня какая-то, я не умею английский, я не англичанин, к сожалению. Они идут за нами, мы не можем допустить еще одну атаку. Так, смотрите, здесь доски, в главных комнатах лежат доски, заколотите каждое окно и двери. Ну, я прошу. Я бате каждый месяц помогаю. Так, давай. Две. Да, блин, я не могу, оно не нажимается. Вот, оно не нажимается. Ну, что за фигня, что за баги? Так. Мы спустимся туда позже. Там какие-то две было. Так, у меня еще есть одна доска. Все, давайте возьмем еще, теперь у меня 10 досок. Не, ну это просто бизнес. Из одной доски в 10 досок. Просто офигенно вообще. Так, окей, все, погнали дальше. Доски. Я досочек работаю. Ай, с какой мы день здесь уже? Второй день, я досочек работаю 2 дня. С большой зарплатой 40 рублей. Так, окей. Так что я сижу? Я буду жрать доски. А куда мне доски-то ложить? А, вот сюда можно еще. Ну все. Все, я устала, если честно. Так, давайте здесь еще забабахаем досок. Пойдем на второй этаж. На втейте. На втейте. На вторник. Во вторник. Здесь еще можно. Так, у меня 3 доски. Окей. Все. Берем. Так.
Идем наверх. Здесь тоже, кстати, доски лежат. Так. А что они, доски не ставятся? Ну вот что за фигня? Вот объясните мне. Я вот не понимаю вас нифига. Баги в Роблоксе, хэштег. Вот смотрите, какая-то ачивка. Так, вы поработали просто идеально для защиты дома. Это точно их сдержит. Чё, кто в туалет доски поставил? Ладно, окей, я на превью это поставлю. Так. Чё, всё, я устал, всё. Так, ого, уже стемнело. Осталось ещё 3 кусочка пиццы. Я хочу. Пицца будет отдана 3 людям, сидящим за столом через 20-19. Да почему не мне? Я что здесь зря сидел полчаса? Вот что за несправедливая игра, скажите, пожалуйста. Так, а что свет выключился? Алло. Так, откуда этот свет? Какой свет? Ну вот этот вот ахел, погоди. А не там, what the hell, what the deal, what the deal. Я не знаю даже, что сказать. Они снаружи. Ну, и чё, будем надеяться, что доски сдержат их на время. Иди в свою комнату и ложись спать. Так, защищай своих друзей. А у меня нету друзей, я одинокий. Так. Хорошо. Погнали. Так, смотри, они прям там. Здесь, наверное, страшнее всего спать. Потому что это прям то окно. Так, еще что-то ищется, все. В 3 часа ночи. Маньяки в 3 часа ночи. Так, получай, кто-то погиб там. Я не хочу них читать, он слишком отвратительный. Так, окей. Так. Ну что, все, он сдох. Все, сдох. Сдох парень. Жалко его. Хотя не очень жалко, я что-то придумал. Жалеть его. Так. Короче, все целое. Так, вот сбито. Короче, я не хочу это читать, это, наверное, звучит, как будто я обезьяна. Так, окей. Досок недостаточно, чтобы защититься от них, к счастью. А я не успею дочитывать. Я просто не успеваю. Так, смотрите, здесь окно разбитое. Так. Делись оружием, но я не буду им делиться. Так, обнаружил открытое окно. Я как будто его не видел. Так, дверь подвала была оставлена открытой. Я думаю, здесь кто-то есть. А зачем надо было писать «я думаю» двойное? Так, окей. И что делать? Они приближаются. Кто они? Быстрее прячься в шкафах на кухне или гостиной. А кто приближается? Дайте мне сначала узнать. Так. Так. А, это страшный Ларри, короче. Так, смотрите, у меня все плохо. Это Ралли. Это Ляля. Так, он ушел наверх. Беги в подвал. Так, окей, идем в подвал. Так, здесь все разбито, блин. Главное не укольнуться. Так, все, дайте закрыть дверь. Давайте закроем дверь на всякий безопасный случай. Тактическое яблоко. Это мне, ребята. Это мне надо. Погоди, там деньги. Все, лес, у меня 50 денег, деньги. Все, яблочко, все. Ну, я здесь вообще такой самый крутой. У меня больше всех хп. Так, вы оставили дверь подвала открытой. Да как я её закрывал, будет намного труднее. Блин. А все, я её закрыл. В общем, нужно держать дверь закрытой. Так, все, выходим, все. Они сейчас, наверное, там ловятся.
Так, ну что, здесь просто банда битеров. Они пытаются ломиться, защищать подвал. FBI, open up! Видите, здесь мы просто такие вот крутые. Так, ну что, где эти собаки? Сейчас им леща нададим. Воу, воу, воу! Иди сюда, получай! Получай! На, леща! На, давай я его поглажу битой. Так. Всё, я деньги собрал, деньги. Так, вот еще один. Получай, мой хорошенький, дай тебя битой поглажу. Ты мой хорошенький. Мне деньги даешь, ой, какой хорошенький. Иди сюда, еще один. Дай мне тоже деньги. Так, о, вот еще один. Так, ой, мой хорошенький, я тебя поглажу, дай. Все. Все, ну я богатый, я Моргенштерн. Все, я пошел свои песни делать. Так, я нашел упавший замок, это должно их остановить на время. Так, окей. Нам придется переночевать здесь. Окей, здесь только три кровати. В подвале было 3 спальных мешка. И че? Не все из нас будут спать эту ночью. Уступи их, нуждаемся. Это будет холодная ночь. Так, окей. Я уступил, я сделал хорошее дело. Все, пусть малолетки спят. Все, а мы тетя там, дядя будем ходить здесь. Так, все. Блин, что мне поделать? Здесь предметы разные, которые я могу просто подвигать немножко, блин. Смотрю на них и слюнки аж текут. Тоже хочется вообще-то поспать. Так, что, утро? Я вообще не спал. У меня под глазами мешки. Дайте посмотреть в зеркало. Откройте дверь! Это ФБР! Так, выходи из подвала. Все, наконец-то. Будем здесь дверь открытая. Открытая дверь. Все, я сбежал из дома. Так, входная дверь была взломана. Это может значить, что они ушли. Посмотрите, здесь деньги. Деньги. Так, выйди из двери и найди, когда кто не горит. Смотрите, здесь даже их маска нарисована! Блин! Здесь лед какой-то или что-то. Весь район разрушен. И везде лед на дороге. Не подсказывайся на льду, и ты не покалечишься. Да как я же перепрыгнул его? Вот что за шуточки? Что так много льда? Сейчас же лето. Так, окей. Я чипсики покупаю. Чипсы Лейс. Мечтал о них. Девушка, дай мне сесть, дай мне чипсы. Мне никто ничего не дает, а я готовить не умею. Я еще здесь бахнул по питьку и хп возрождаю себе чипсами. Вообще чипсы такие клевые, они мне все хп возродили, блин, я упал. Все закусываем, все чипсами. У меня есть чипсы. Так, все. Погнали дальше. Теперь мне ничего не страшно, мне потому что есть чипсы. Так, окей. Идем. Уже немножко темнее даже, мне кажется. Так, окей, идем. Блин, как же я устал вообще. Так, окей, все, всем привет. Как дела? Чё сюда приперлась этот дед? Берем пирожочек. Бери, только один жадный дед. Блин, я не жадный, ну я один взял вообще-то. Так, у меня чипсы и пирог. Еще. А что сюда дед выперся? Может ему пирог нужен? Давайте ему отдадим пирог. Становится темно. Да погодите, дайте я ему пирог отдам. Единственное, пока мы не закрыли дверь. Окей, иди сюда, давайте. Давайте я закрою дверь. Ага, она сама там закроется, смотрите, давайте его куда-нибудь затолкаем пока что, чтобы
чтобы мы его убили. Так, окей, погнали его дальше тащить. Я ему пирог хотела дать. Вот, держи. Чё меня бьёшь? Дядя Петя, не нужно это. Дай ему вещи в правильном порядке. Да погоди. Я его пирогом угостил, а он... Он меня избил, он мне минус 30 хп отнял. Дайте еще один пирог взять. Да дайте, хорошо, что мы сходили в магазин. Я думаю, мы закажем пиццу на ужин. Блин, мы пиццу закажем. Ну окей, пицца. Пицца мне так-то не нужна, но я ее могу на потом оставить. На всякий безопасный, так сказать. Так, окей. Окей, чё, ребята? Где доставщик пиццы? Я пиццу хочу в карман положить. Так, давайте взглянем на подвал. Здесь кот. Пятый кот, идите, есть в подвале. Уже где-то 2 дня. Так, окей. Ну, что теперь будем делать? Кто-то за дверью. ФБР. Ответим. Ну, конечно, это доставщик пиццы. Так. Артур, я, то есть, открываю дверь. Это доставщик пиццы. Да, оуе. Так. Ну, давай мне пиццу, давай. What the hell? Почему он? О, нет. Так, окей, давай, мы ему сейчас погладим битой. Иди сюда, где темнота, что за фигня? Победи доставщика пиццы, окей, иди сюда, во, получай, это за то, что не было одного сырка в пицце, это за то, что было на одну колбаску больше, это за то, что, потому что у меня потом понос случился. Окей, иди сюда. Ну что ты убегаешь от меня? Видишь, человек с тобой поговорить хочет по-мужински. Так, у меня все равно в запасе чипсы есть. Я могу регенерироваться, так что ты мне ничего не сделаешь. Так, да куда? Там немножко тебе осталось. Иди сюда. Во, всех биты просто. Все, деньги давай. Давай мне деньги. Не, он мне деньги не дал. Так, окей. О, блин, чипсы кончились. Вот беда. Так, окей. Хорошая работа. Время сна. Да, мы собираемся сбежать из дома утром. Ну, окей, завтра такой важный день, а сейчас надо поспать. О, блин, да что все трясется? Что за фигня? Их двое? Ну что за what the hell? Вот скажите, получайте. О, все, мы их убили. Малолетки, хватит. Слишком кровожадные малолетки эти. Так, окей. Нам деньги дал он. Или не дал? А, да, дал деньги. Даже 20 деньги дал. Так, окей, все, добрым утром, малышня, Так, смотри, здесь какое-то окошко, здесь надо люк какой-то или что-то, я не знаю, здесь какая-то маска еще. Так, все целые в зеленой комнате, так, все, можно выходить, сигнализация сработала. Выгляни на улицу осторожно. Ну, ок. Так. Видите, здесь пицца еще есть. Дайте я зарегенерируюсь. Так, я крутой чел. Я крутой. Так, и что? О, вот страшный Лай, с Кока-Колой идет, он что, пьяный? Тетя Лай, вы что, пьяные? Тетя Лай идет, Ляда, тетя Ля, это... Сясня Ляда. Ся-ся-ля-ля. Так, окей, идемте бежать из... А, вот, ся-ся-ля-ля. Прощай, дед, прощай, кот. Мы уходим. Так, все, ребята, валим в люк. Так, идем. Вот люк, я так понимаю. Надеюсь, что это люк, а
Там какая-то дверца в подвал. Так, ну да, это люк, я так понимаю. Так, здесь зеленая жижа. Фу. И сейчас фу. Так, ну что, мы здесь стоим, все, мы вздыхаем. Все, ребята, нам конец. Ну и что нам делать? Так, она держится, если бывается... Да, блин, я упал! Скоро снова затопит. Поспеши, блин, помогите! Я тону! Ну что мне делать, я не могу! Помогите! Да помогите! Вот за мной кто-то бежит! Блин, ой, плохо! Ой, всё спасибо тебе, девочка! Так, всё. Так, страхуй меня, ты утонула! Так, не надо снова, вот ты что делаешь? Я сейчас всё хп истрачу! Да ты издеваешься, а!